себе. Серы никогда мало не бывает. У меня там вообще пустота по прокачке. Ну, японцы вроде бы как легко качаются. У них там средние ранги, хорошие самолеты, маневренные. Надо было зажимать закрылки, да и выходить. Но я пожалел скорость. Я его и так нифига не догоняю. Ты на каком-то джойстике летаешь или... Или как? На джойстике, наверное, жестко вообще летается. Здорово, Роман, здорово. На клаве, в СБ, серьезно? Их вот заряжающий. Ай, ё-моё. Вот это не очень приятно. Ё-мо. Есть, ягу убили. На пуму все забили, пума спаслась. Вроде бы как. Блин, там еще яга. Здорово, 1, 2, 3. Там ничего сложного, надо только плавно взлететь и все. Я не знаю, я пробовал на клаве полетать, но... Мне ничего не вышло, ничего не получилось. Один, два, три. Вот ты вчера ушел, а я вчера, знаешь, сколько фрагов сделал хварами? Думал, ты на стриме, а ты... предатель убежал. Здесь, он здесь. Точнее, она. Да сколько у тебя дымов-то, лол. Заехала, короче. Опасный молодой человек. Нормально. Я не знаю, зачем они едут сюда вообще, не понимаю. Блин, я арту неправильно кинул. Стой. Стой. С чем-то рвутся туда по полю и едут. Какие смешные. У немцев звук так испоганили. Мне вообще не понравилось пулемета. Но у него много разных пулеметов. 7.92 или какой? Ух ты, ё-моё. Я думал, это пума. А это не пума. В пулеметик. Нет, в пулеметик нет. Пулеметик нет. Блин, нифига себе забралась эта хрень.
Да, я ее не пробью, я так чисто шугаю. Это все понятно. А, ее убили. Хорош. Я как-то на немецкие пулеметы внимания не особого не обращал. Блин, усилок на 18. На 18 боев. Это. Я даже не знаю, я за один стрим, наверное, это не выкатаю и все. Там КТ, а не пантера обычная. Тигр, подожди. У меня усилок. Молодец. Правда, я состилил бессовестно. Фраг. Блин, главное, чтобы сейчас сковородка какая-нибудь не появилась. То мне будет больно. Опа. Опа, опа. Механик, водитель, стрелок, я успею, я успею, я успею. Я успел. Блин, какие они странные, как боты какие-то едут. Опа, понял. Это по мне было. Как-нибудь с тобой можно будет в отряде? Да, конечно, можно. Ну, вообще без проблем. Вопросы странные задаешь. Как будто у меня тут, я не знаю, канал-миллионник. Я только за деньги с людьми катаю. Но это вообще, конечно, паскудство. Так, ну этот тигр что-то заподозрил явно. Так, ну ладно, ему не дадут выехать здесь. О, а вот эта пантера, которая на меня смотрела. Точку Б захватываю, чего? Да ладно, ты чё вперед-то не поехала, пантера? Она не поняла откуда. Ну все, я, да, понятно. Ну хотя бы тебя убью. Хорош! В комбашенку. О, тут тигр вроде как в простреле. А тут еще и пантера в простреле. Или она мертвая? Нет, она живая. Хочу уметь. А вот тигры в простреле теперь. Десяточка. Первый бой. И как бы десяточка. 11. Точечка, блять, очуметь. Ну, блин, лишний раз спросить уж надо, мало ли люди разные. Ну да, я согласен, люди разные бывают. Хорош, ну, косарей 100, я думаю, вывезу. Блин, они очень злые. Черт, надо мне как-то. Мне надо сначала ту убить. Потому что если я с этим закушусь, я его не сваншочу в лоб. Ладно, давайте. Да ладно, серьезно, что ли? О, хорош. Козёнка есть. Пантере на меня насрать. Блин, не стильте мой фраг, пожалуйста. Блин, пантера вторая.
Пантера, нет, не уходи от меня. Есть. Блин, жалко, эту пантеру стырили у меня. Очень, кстати, пантерка дымов мне накидала. Это кто? Это зенитка. Фу, вот это бой, вот это бой. Ой. Ну, тут мои полномочия, все. Разве что я разбомбит кто-нибудь. Блин, а где наши все? Почему они на центре застряли? Я один возле их респа. Он повернулся. Да, ясно. Мне это не поможет. А я разве на таком расстоянии не подсвечиваюсь у них на миникарте? Странно. Вот там где-то КТ на центре. Ясно, понятно. Так, я могу ему двигло выбить с поджогом. Могу, да не могу. Тринадцать фрагов. Неплохо. Стой, стой, стой. Вот так вот стой. Хотел в скос попасть. Они не понимают, откуда кто по ним стреляет. Блин, не попал. Ну ладно, с поджогом хотя бы. Боекомплект пуст. О, как раз. Как раз. На последнем снаряде. А, мы в принципе выиграли уже. Нормально. Здорово, Анатолич, здорово. Меню повисишь пару минут. А, да, без проблем. 193 тысячи. Ничего себе. Усилок-то не самый большой. Усилок всего-то 15%. За 13 фрагов. Я что-то не помню, чтобы столько за 13 фрагов насыпали львов.